Многие девушки в местности нашей очень таких опасаются слов. Марина Алексеевна Ладынина. Советско-российская актриса, народная артистка СССР. Всенародную славу ей принесли роли в знаменитых кинофильмах «Тракториста», «Свинарка и пастух», «Шесть часов вечера после войны», «Богатая невеста», «Испытание верности» и других, снятых ее мужем Иваном Пыревым. Вспыхнут такие слова и сгорают. Всякие люди на свете бывают. Понимаю, понимаю. Ошиблась я в вас. Думала, что вы переменились. В 1954 году брак распался. После этого актриса не захотела больше сниматься в кино, не хотела играть в возрастные роли, желая остаться в памяти зрителей молодой. Скончалась актриса на 95-м году жизни, похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.